Нам надо разобраться. Разобраться в вопросе о том, вообще. Вот мы говорим, что надо пользоваться методом материализма применительно к истории. Нам надо разобраться, а вот что такое общество, как оно устроено. И как вот материалистический подход к чему привел, к какому открытию в понимании общества. Ведь общество очень много разных. То есть существует разное количество государств, у них разный состав национальный, разные обычаи, разные традиции. И мы начинаем это изучать, глаза у нас разбегаются. И вообще можно сказать, что все становится или рассматривается как единичное. Правда? Потом мы начинаем ближе присматриваться и видим, что есть возможность объединять в некоторые группы, то есть выделять особенные. Вот. По разным параметрам. И по расположению, так сказать, географическому, говорят, вот южноамериканские страны или латинская Америка, говорят, или испаноязычные, допустим, государства, или Европа, и вот как нам нынешний канцлер Ангела Меркель сказала, что мы за Европу от Атлантического океана и до Курил. Да, это звучит угрожающе. Потом уже так не стали говорить. Мы за объединение там всех, кто на этой территории. Но так звучит довольно угрожающе. Короче говоря, особенные можно в группах, которые обладают некой общностью. Да? И, наконец, есть всеобщие характеристики. А нельзя ли при всем многообразии или разнообразии свести все многообразие различных обществ к нескольким типам, опираясь на, вот, так сказать, некоторые материалистические основы. И выясняется, что можно. То есть как вообще надо рассматривать общество вот с точки зрения материализма так, чтобы видеть не то, что отличает одни общества от других. Многое отличает. И вообще, все люди разные. Но все же люди. Можно и так сказать, все люди разные. Можно сказать, хоть и разные, но люди же, все они люди. И увидеть в этом выражение того общего, что вот есть человечество, и каждый здесь присутствующий, который считает себя конечным и, так сказать, единичным, он представляет собой некое всеобщее, он представляет собой человека, так сказать, как представителя рода человеческого. И он бесконечен и вечен, особенно в своих деяниях. Правильно? Успели что-то сделать за свою жизнь, навечно это осталось в истории. И каждый творец своей истории, правильно? Хотя он творец не только своей индивидуальной истории, а истории своей страны, истории государства и мировой истории. Правильно? Все мы творцы мировой истории. Так вот, как вот тут подойти к этому, исходя из материалистической позиции? Это проблема. Обычно это вот раньше это так преподавали, что вот запишите, это так, это так, это так. А мы даже не должны вот просто так вот брать и все. Тут надо, замысел должен быть какой-то. Вот как вот, в чем материализм состоит? В том, что если мы сводим все к материальному производству, значит, надо прежде всего выделить различные типы материального производства. Правильно? И вот мы обнаруживаем, что этих типов-то материального производства не бесконечно много. Не столько, сколько людей на Земле. И не столько, сколько стран, а довольно-таки мало. И что хватит вот пальцев на одной руке, чтобы пересчитать все типы производства. Типы или способы производства. Способы производства. Но для этого надо знать, что такое способ производства. Не мешало бы еще и знать, что такое производство. С этим дело не так просто обстоит. Так вот, мы давайте начнем
сначала выясним, раз речь пошла о материальном производстве, если мы хотим положить такой принцип деления, это типы производства материального, давайте выясним, что такое производство. А поскольку производство – это сложная категория, то правильно будет, наверное, делать так, чтобы начать с простого. Вот давайте сначала разберем понятие труда. Труда. Что мы знаем про труд? Что без труда не вытащишь рыбку из труда. Не мешало бы... Ну, что такое рыбка, мы знаем. Это не по нашей теме. Что такое? Это к материальному относится. Пруд мы тоже знаем. Вот осталось выяснить, что такое труд. Что такое труд? Кто-нибудь знает? Да. Вот, пожалуйста. Вот там есть. Целесообразная деятельность. А то есть, когда вы книжку читаете, это труд. Понял. Это целесообразная деятельность, направленная. Смотрите футбол. Футбол, особенно когда смотрите, это труд. Да? Напряженный. На диване сидите и удовлетворяете свои потребности в просмотре матчей. Завлекательно. Подходит под ваше определение? Подходит. Это труд? А это не потребление случайно? Это не потребление? По-моему, это потребление в чистом виде, то, что вы рассказываете, вы хотите выдать за труд. Вот я, когда ем мясо, особенно много, если ем, то я, ну, у меня прямо аж начинает тут это так трудно, тяжело, и даже можно вспотеть от этого. А вот если я играю в хоккей, то я, конечно, представляете, какие нагрузки могут быть, и риски. Трус же не играет в хоккей, трус играет в бадминтон. Значит, представляете, как тут мне тяжело, а учиться как тяжело. Мы же знания вот сейчас, вот, те, кто сидят, это производители знаний или потребители знаний? Но только честно. То есть все хотят, отец сидит здесь, хочет стать производителем знаний, я правильно понимаю? Как-то нет. Как нет? Вы же да выучитесь и будете знания. Вы как интеллигенты даже. Неважно, где вы будете работать. У нас людей с высшим образованием меньшинство. А чтобы они не такое было большое уж высшее образование, его немножко так бакалаврировали чуть-чуть на год. Но вы все равно будете носителями знаний, правильно? И будете их распространять. Свет знаний нести в народ. Верно? Но сейчас же по необходимости, в силу того, что для того, чтобы знания нести, надо их сначала набрать. Даже в ведро, для того, чтобы из него наливать, надо туда сначала что-то налить. Даже в ведро, поэтому, чего же говорить о знаниях. Поэтому сейчас, вот слушание лекции, вот вы меня извините, но это потребление знаний. Нет? Нет? Вот у меня считается, что это воспроизводство знаний. Это не значит, что эти знания я сам только создал, вот я один. Я тоже так же, как вы, впитывал, потреблял эти знания. Старался, так сказать, не всякую там гнилую пищу такую духовную выбрасывал. И вам не советую там эту гниль всякую, не берите эту ерунду. Берите вкусное, хорошее, так? Но это мы же понимаем, что мы потребляем духовные знания. Поэтому не всякая целесообразная деятельность, удовлетворяющая наши потребности, есть труд. Я в театр пошел и смотрю, как танцуют балерины. И так у меня голова даже закружилась, как она значит крутится. Это что, труд тяжелый? У нее труд, а у меня потребление. Я впитываю эти художественные образы, удовлетворяю свою потребность в прекрасном. А вы говорите, как я трудился в театре. Но поскольку люди так устают, теперь в театрах еще и буфеты везде наставили, филармонии. Там теперь и вино, чтобы уж если он музыку не любит, так он хоть напьется там, в этой филармонии. Что-то там так все обставлено, здорово. И заставлено даже все этими буфетами. И в Маринке один, и в Маринке два. То же самое, там очень хорошо с буфетами, прекрасно. Бутерброд за 400 рублей красной рыбой. Для студентов, наверное, студенчества. Мечта студента. Голубая, то есть никогда он не получил. Нет, это не пройдет, это ваша точка зрения. Нет, как гипотеза, она вполне... Мы гипотезу выдвинули, мы ее рассмотрели. Это нормальный ход. Нормальный ход. Но все-таки труд – это не то.
То есть, если я удовлетворяю свои потребности, то вот это очень хорошо, если для вас труд – это потребность. Это очень о вас хорошо говорит. Понимаете? То есть, так вы, хоть вы это не совсем оформили так, но все-таки вот сама мысль, что трудиться для вас – жизненная потребность, она мне очень понравилась. Вот никто вот в этом не признался. Непонятно, зачем сидят. А есть человек, для которого трудиться – это вот просто потребность. Вот. Особенно для общества, для общего дела, на общую пользу или только для своих потребностей? Вот, в первую очередь для себя. И это нормально, потому что если человек хочет развить себя как свою голову для общества, он должен заниматься собой. Ну, студенты, если они собой не будут заниматься, кому они нужны? То это тоже нормально, правда? Если вы сами не будете заниматься и не вырастите из себя хорошего специалиста. А кто будет его выращивать? Ну, мы-то вспомогательный материал, так сказать, дополнительный к вашей работе. Не более того. Так вот, труд. Что ж такое труд? Еще нет гипотез никаких? Действия, направленные на преобразование природы. Вот человек идет по этому. У нас сейчас природа очеловечена, и везде всякие консервные банки валяются. И вот человек идет, и кто левой ногой одну консервную банку, правой другую, идет, и туда, и сюда, все летит. Природа преобразуется при этом? И это труд? Вот вам идею подал человек. Не просто на преобразование природы, в соответствии с человеческими потребностями. Вот какими-то. И, наверное, не просто вот с потребностью лишь бы погреметь консервными банками. Вот все-таки тут только своих потребностей маловато. Имеется в виду человек не в смысле вот единичного человека, а в смысле человека, большой буквы, правда? В смысле человечества. Вот деятельность по преобразованию природы с целью удовлетворения человеческих потребностей, да, это труд. Безусловно, вы правы. Маркс сказал по-другому, это же самое, но вы это сделали независимо от Маркса. Не знаю, кто из вас более матери истории ценен. Во всяком случае, Маркс писал так, что это обмен веществ между человеком и природой. Он длинно так написал, у вас лучше. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Ну, у вас короче. Смысл тот же. То есть целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Если слово «благо» сказать, то благо это имеется в виду, что оно для людей благо, а оно само по себе ведь не благо, правда? Само по себе яблоко не благо, оно благо только в связи с тем, что люди это яблоко потребляют. Поэтому можно замаскировать эти потребности, но в виде блага. Можно и так сказать. Ну, мы с вами разобрались теперь, что такое производство. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ или преобразование природы с целью удовлетворения человеческих потребностей, или обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Это все три варианта говорят об одном и том же. Есть человек, и он воздействует на природу в ходе своей деятельности с целью приспособить вещество природы для удовлетворения потребностей своих, имеется в виду не только лично этого человека, хотя некоторые строго говорят, только моих. Но вы так резко-то не ставили вопрос. Вы сказали своих в первую очередь, но вторые тоже. Ну, дескать, если я сам не выживу, так а что, как я смогу помочь другим? Человек сам понимает, нужно вот... Даже вот обратите внимание, в самолете, когда летишь, если мать с ребенком, говорят, сначала вот она себе должна маску надеть, да, а потом ребенку. Вот вы, наверное, вот посмотрели на эту вот картинку там, и как там показывают эти проводницы, и решили вот занять такую жизненную позицию. Вот откуда у вас такая жизненная позиция идет. Вполне материалистическое объяснение. Или не летали на самолете? А, летали. Ну, видно, я сразу понял, что вы летчик. Ну, летчик-потребитель. А есть еще летчики, которые там сидят и что-то и крутят вот так. Есть еще летчики, которые это вот пальцами показывают, это авиадиспетчеры, чтобы эти точки не совпали. Так, ну это труд. А вот
Ну, можно здесь даже остановиться и сказать, что вот разные есть формы труда и разные формы деятельности. Вот то, что здесь говорится о преобразовании природы, это вот труд в политико-экономическом смысле. Вот, вот все, о чем мы говорили. А можно взять труд в широком смысле. Любая целесообразная деятельность – удовлетворение человеческих потребностей. И если ее вот в широком смысле взять, эту деятельность, то это будет и труд в широком смысле. Не в политико-экономическом, а вообще в широком. Потому что деятельность может быть, по преобразованию природы, раз. Это такая деятельность, которая, непосредственным и основным результатом которой является какая-то вещь или перемещение энергии, или перемещение вещей и энергии в пространстве. Раз. Может быть деятельность, которая направлена прямо на человека. Вот преподавание на кого направлено? На стул, на стол или на человека? На человека. Или вы идете в парикмахерскую. Там парикмахер. Как это переводится с немецкого? А? Махер делать, шахер-махер. Делать. А парик, как переводится? Парик, прическа. Делатель прически. Идете вы к делателю прически. Его деятельность на кого направлена? На что? Прямо на человека. Не надо на волосы. Это грубо такое. На человека направлено. Человек и так красивый. Надо еще сделать еще более красивым. И человек этот женщина, а вы на волосы. Что это? Вы волосы заготавливаете для чего? На волосы те, которые обстригаете, потом их делают диваны. Наполнитель. Совсем другое. Или шиньоны изготавливают потом. Это другая деятельность. А это вот люди направлены на человека. Поэтому парикмахер, он обрабатывает человека, так сказать, голову обрабатывает снаружи. А преподаватели, они должны изнутри как бы обрабатывать. А так примерно тем же самым, только без ножниц. Пожалуйста, когда такое тонкое дело, как голова, так не надо тут залезать с ножницами в нее. Вы едете в маршрутке или в автобусе. Труд водителя на кого направлен? На педали или на вас? Конечная цель – жать на педали или все-таки и получать деньги, или все-таки вас вести. Труд его направлен. Труд его направлен все-таки на вас. Но некоторые считают, что не на него. Особенно, когда тряхнет этот автобус, он говорит, ты же не бревна везешь. Но и все равно он говорит, что он везет не бревна. То есть он не прямо говорит, что человека везет, а он утверждает, что он все-таки не бревна и не камни везет. То есть труд его не материально-производительный, вот этого самого водителя, а это труд, который направлен непосредственно на человека. Это услуга. Всякая деятельность, которая направлена непосредственно на человека, называется услугой. Значит, может быть, парикмахерские услуги, преподавательские услуги, услуги транспортные, да? Медицинские, совершенно верно. Вот врач. Вот если я делаю таблетку, то это преобразование природы. А если я пришел и вас начинаю, вот, так, как один врач к нему пришел, пациент, он говорит, так, хорошо, 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 хорошо. И так все долго говорит, а что хорошо, спрашивает пациент. Да хорошо, что у меня таких болезней нет. Вот вы совершенно правильно заметили, что это тоже услуга медицинская. Так не надо путать труд материально-производительный с услугой. Почему не надо путать? Ну, если мы хотим методом материализма воспользоваться, нам надо различать движение вещей и движение людей. И еще движение идей. Согласны? Больше нам нечего различать. Всего. Идейная теперь сфера. То есть преобразование сферы общественного сознания. Это сюда входят все музыканты, артисты, которые создают художественные образы, правильно? Писатели, программисты, которые делают идею. Я вот одному товарищу недавно объяснял, что если он сделал программу, и если он по электронной почте посылает это на спутник Марса, искусственный, который там стоит. И после этого включаются двигательные установки, и этот спутник садится на Марс, он кто?
Он материально занимается материальным производством или духовным? Вот в данном случае он преобразовывает природу. Он спутник посадил. А эта деятельность, ну, каждый, кто преобразовывает природу, он же соображает, что он делает. Какие-то сигналы подает, говорит, пишет, нажимает кнопки. В данном случае расстояние-то никакой роли не играет. Вон сейчас люди сидят, две девочки рядом на скамейке и переписываются по электронной почте. Или, значит, у них Bluetooth, потому что они туда-сюда, значит, разговаривают. Встречаются, они не видят друг друга. Или, допустим, вы с кем-то разговариваете, а он там в Владивостоке. Какая разница, он в Владивостоке или рядом в Ленинграде, с точки зрения передачи идей? Никакой. И вот люди думают, раз мы на такое расстояние передавать мысли, то это уже не мысли, а что? А бревна. Говорит, как мне тяжело. Хотя вообще всякий труд, если это действительно труд, ну, конечно. Как вы думаете, вот балерина, когда она делает 32 оборота, это как вообще? Это физический труд или услуга? Или это сфера общественного сознания? Как вы думаете, что у нее цель этого вот вращения? Чтобы вы знали, как крутится? Или увидели, как она крутится? Или чтобы научились крутиться? Или у нее создание художественного образа все-таки идет? Последнее, правда? Поэтому не надо ее так вот понимать, что это вот, видите ли, она просто вот спортсменка, она вращается. Волчок она. Волочкова не волчок. То есть всегда надо брать цель деятельности, цель. Не то, на что направлена эта деятельность, не что при этом делать. Все функции выполняет человек какие-то, многие, но надо видеть основной результат этой деятельности. Обязательно. Если вы занимаетесь умственной деятельностью, вы можете себе очки поправить. Это какая материальная деятельность. Поправить очки-то. Но цель-то поправить очки не в том, чтобы показать, что у вас есть очки. Или не в том, чтобы просто это вот усадить их, а в том, чтобы лучше видеть. Вы хотели что-то сказать? А? Как только мы, получается, переносим, допустим, спортсменов в медиасферу, получается, что они производят услугу, а не... А вы можете их и не переносить никуда. Они ведь спортсмены материального продукта не создают. Они как бы показывают свои способности. Они не просто показывают, они показывают возможности развития человека. Как физического развития людей. Всякое развитие человека сводится и к физическому, и умственному развитию, правильно? Вы физически развиты, должны быть. Не будет спортсменов, не будет учителей физкультуры, не будет мастеров спорта, не будет хороших преподавателей, которые хорошо преподают и обеспечивают здоровье народа. Хотя сами они при этом свое здоровье не берегут. Вы же видите, что бывает со спортсменами. Ну, в общем, вот противоречивое это явление. Но все-таки их цель, конечно, ну, вот, развитие человека. На человека их деятельность. Услуга. Услуга. Ну, а там, когда уже это, как вы говорите, в медиасфере, то есть, когда это зрелище тогда, игрище, зрелище, это что такое? Театр, концерт. Они могут даже для этого концерта договориться, кто будет голы кому задавать. Иногда так и делают. То у них, правда, там еще и бизнес примешивается. Причем бизнес не в смысле создания материальных благ, а туда перекачиваются деньги в качестве вторичного распределения. Сначала были деньги у одних, у капиталистов и трудящихся, потом трудящиеся отнесли на стадион, капиталисты вложили и стали еще больше денег иметь. Поэтому все эти клубы сегодняшние футбольные – это крупные капиталистические предприятия по получению и распределению прибавочной стоимости. Но они первичные. Первично они прибавочную стоимость не создают. Прибавочная стоимость создается в материальной сфере, а потом она поехала. И, наконец, она вот там у Галкина, у других специалистов в этой области, которые строят замки на полученные средства и так далее. Не видели замок Галкина? Я видел в Москве. Недалеко от Рублевки. Или как, долларовки, как лучше называть эту вот улицу. Так, ну вот, собственно, мы с вами классифицировали все виды человеческой деятельности очень просто. Либо непосредственно производятся материальные блага, либо на человека направляется деятельность, либо на преобразование форм общественного сознания. Все, большего нет, больше ничего нет.
Но это очень большие группы людей, и они отличаются по положению людей в этом смысле, по этим параметрам, по положению производства. Так, но это все труд. А мы поставили себе целью узнать, что такое производство. И вот тут выясняется, что производство обладает таким замечательным свойством, что оно идет, а труд... Бывают такие периоды, когда труд не применяется, а производство идет. Бывает или нет такое, такие чудеса? Пример кто-нибудь может привести, когда вот труд не совершается, а производство идет? Вино. А? Вино, да. Вино, конечно. Оно в бочке там находится, в погребе. И все более и более выдержано, да? Работа машин. Работа машин. Тоже можно сказать, включили машину, она работает, а он пока курит. Но это входит в рабочее время, что он курит? Входит, он вообще-то так... Он сидит за производством, ничего не делает, в принципе. Да, ну вот, в принципе, да. Ну, не совсем ничего. Потому что вообще, если вот он при машинах, он отвечает за то, что делает машина в это время. В случае чего, вот тут не совсем, конечно. То есть он при машинах наблюдает за ней, и он отвечает за то, что... Вплоть до там, техники безопасности, не будет ли что-нибудь, что он пропустит какой-то момент, когда надо мгновенно остановить. Вот сейчас на полях-то идет сейчас? Труд совершается на полях? Да. Чего, какой же он труд-то на зиму? Ну какой сейчас труд? А? Нет, производство-то идет, а труд-то там совершается? А? Да я как раз сейчас спрашиваю. Я спрашиваю, сейчас совершается, говорит, я до этого шел. Потом я скажу, опять сейчас идет, он скажет, а после этого будет. Ну а вот сейчас-то идет труд по производству озимых культур, идет? Озимые растут или не растут сейчас? Что вы считаете, махай? Все, погибли озимые? Беда. Откуда вы узнали? Это надо что-то предпринимать. Это же весной пересевать придется все. И вы точно знаете, что погибли? Вот товарищ сообщил. О, беда. Надо же. Вы тоже думаете, что погибли озимые? Вы-то не думаете, что погибли озимые. Вы думаете, что будет у нас хороший урожай озимых, правильно? Я надеюсь. А? Я надеюсь. Только надеетесь? Не только надеюсь. А почему вы только надеетесь? Как там все? Не снежная зима? Зима? Снежные. Ну, если снежные, будет все в порядке с озимыми, чего вы волнуетесь-то? Если снежные, все хорошо. А если не снежные, тогда да. Если оголенные участки там будут земли, там точно замерзнут. Снег укрывает, озимые укрепляют свои корневые системы, они живые. Живые. Видели озимые, как красиво в октябре? Изумрудные такие поля, вот примерно такой высоты, пшеница, рожь. Красотища. Но нам никто не показывает. Вообще труд у нас мало кто показывает. Где сейчас посмотреть про труд, я не знаю. Все каналы можно пересмотреть, чего только нет, а труда нету. Вообще, наверное, труда уже и нет. Ну, судя по тому, что на телевизоре так нету труда. Говорят, у нас вообще никто не трудится. Я говорю, ты пиджак-то ты носишь? Так он же заграничный. А, все за границей на нас работает, понял. Ну, так мы нефть... А что, нефть не добывает никто? Ну, кто-то добывает же нефть. А что там очень тепло, да? Там в Сочи, в Красной Поляне добывают нефть. Или там похуже условия все-таки, там, где добывают. Так, значит, мы знаем, что бывают такие ситуации, когда труда нет, то есть труд не совершается, а производство все равно идет. Что это такое за загадка такое, производство? Хорошее дело, производство идет. А труд совершать можно и не совершать долгое время. Потому что природа нам тут помогает в деле производства, правда? Природа, потому что почему и говорят, что земля – мать богатства. Земля. Земля тоже ведь средство производства, правда? Так что такое производство? Догадки есть какие-то, гипотезы. Что такое производство? Что такое труд, мы с вами нашли. Ответ на этот вопрос. Что такое производство? Пожалуйста. Процесс присвоения природных материалов человеку. Ага, процесс присвоения природных материалов. Вот у вас этот компьютер, он природный материал? Что? Компьютер ваш природный материал? Нет.
Что значит не совсем? Это человечная природа. Он же сделан, ну, так сказать, людьми из чего-то природного. Ну, скажем, пластмасса сделана из газа. Да, там, значит, металл там существует, он сделан из руды и так далее. Значит, если сейчас я подойду, заберу ваш компьютер, это будет процесс присвоения чего-то природного. И никто меня за это не осудит. Вот вы в первую очередь мне так сформулировали, что мне просто захотелось вот сбежать с трибуны и забрать этот компьютер. Тем более вы так сформулировали, что теперь вам заявление писать просто нельзя. Вы знаете, заявление к начальнику отделения милиции. Сегодня там такого-то февраля профессор такой-то осуществил процесс присвоения предмета природы. Ну что будем делать? Завидовать будем? Наверное, или благодарить будем, или что? Награждать будем? Правильно? Да, но начало у вас правильное. Я чувствую, что вы где-то тут ходили около. Вот. Знаете, иногда не сразу к истине подходишь, а вот где-то она уже близко. Вот. Один человек ловил истину. И так он боялся, что она вот придет ночью, когда он спит. Мысль придет, а он так ее и не поймает. И он придумал, что делать. У него компьютера не было, но у него была бумага. Он на бумагу положил на стол, карандаш рядом. На случай, если ночью придет мысль, он вскочит и запишет ее. И вот она пришла. Он вскочил, записал и проспал 13 часов после этого. Утром встает, уже не утром, уже день, уже солнце вовсю, окно нараспашку, подходит к столу, а там написано: «Воздух сух, как гвоздь». Бывает, что не всегда мысль приходит такая глубокая, но ловить все равно их нужно. Бывает даже, я почему советую высказывать, вот кажется, что человек что-то сказал не совсем впопад, это только кажется вам, потому что вот вы видели, как вот кран, если долго не открываешь, открываешь, и идет ржавая вода. Вот товарищ уже пропустил ржавую воду, а некоторые так с ржавой водой еще сидят. То есть он, вот, скажем, высказал что-то, ну, оно пройдет, а следующая мысль светлая, 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 светлая и так далее. Поэтому надо писать и высказывать, и отбирать, и обдумывать. Поэтому с этим бороться надо тоже материалистически. А если вы будете просто сидеть, молчать, одна мысль какая-то плохая запирает, все остальные хорошие. И так никто и не увидит ваших светлых мыслей, если вы первую-то не выскажете. Ну, вы как-то ее выдаете хоть в курсовой. Потом во второй курсовой, вторую, уже лучше. И, наконец, уже на диплом пойдет у вас светлая мысль. То есть производство есть процесс. То, что это процесс, правильно. То есть это изменение, совершающееся во времени. Безусловно, процесс. Присвоение. А что такое присвоение, вы знаете? Это тоже правильно. Что такое присвоение? Как? Обращение в собственность. Вот это очень плохое определение. Определение оно плохое не потому, что оно неправильное. То есть правильное высказывание – это правильное. Можно так сказать. Но вообще говоря, вот собственность – более сложная категория. А вот более простые категории объяснять через более сложные – неправильно. То есть вы объясняете присвоение более простую категорию, более простое понятие, через такую более сложную категорию, как собственность. Это примерно так, что сейчас я вам объясню, а я вам уже объяснял, как устроен самокат. Объяснял? Ну, с чего мы начали? Берем Land Rover. Это все снимаем, это сверху, крышу, все. Колеса эти откидываем в правую пару. Ну, днище оставляем, но урезаем его болгаркой. Оставляем такую узкую на два колеса. Ну, руль круглый нам не понадобится. Давайте заменим на рогульку. Что еще? Мотор утяжеляет. Все же мы отталкиваться будем. Лучше мы будем отталкиваться, шума никакого, ничего не трясет. Ни бензин не надо покупать, никаких проверок, никаких технических обслуживаний. Потом никто не лишит вас прав. Ну, право, чтобы кто-нибудь лишил... На управление самокатом такого не бывает. То есть красота. Все это вот делаем.
Ну, это хороший способ определять, что такое самокат. Не очень хороший. Или наоборот надо сделать. Определить, что такое колесо. Потом взять два колеса. Что такое это самое, подножка. Вот этой подложкой. И что такое руль надо. И все. Поэтому надо определять сложное через простое. Что такое присвоение? Следующий вариант. Вот смотрите, вот я сейчас что делаю? Ключи от этой аудитории и от этого зала. Вот мне их дали и не подумали, что я с ними буду делать. А я их превращаю в свою жизнедеятельность. Вот взял их и вот начинаю крутить. А мне их дали, чтобы я открыл и ничего не делал, лекцию читал. А я, значит, вот болтаю. Я превратил эти ключи в процесс своей жизнедеятельности. То есть присвоил. Вот, и причем недавно так и было. И ушел домой с ключом от 32-й аудитории. Товарищ мне утром позвонил, администратор, так сказал, вкрадчивым голосом сказал, а вы ничего не забыли? Я говорю, знаю, забыл, вот забрал ключ. Но я уже его превратил в процесс своей жизнедеятельности, он в моем кармане домой поехал, а потом я поехал сюда ключ отвозить. Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот если вас спросят, вы что делаете? Пишите. Я превратил ручку в процесс своей жизнедеятельности. Это вы же пишете. Это ваша идея или моя эта деятельность? Ну, вы же пишете. Так это ваша жизнедеятельность. Вот вы и превратили ручку в процесс своей жизнедеятельности. Или вы заходите в магазин. Сейчас они хорошие такие магазины. Там прямо на витринах булка. Берете булку и откусываете, идете к выходу мимо кассы и так далее. Вы превратили булку в процесс своей жизнедеятельности. Я не говорю, там что там будет насчет собственности, может, чего-то будут кого-то вызывать. Может быть, сейчас вообще напуганы этим случаем с магнитом. Вообще никто никого не будет вызывать. Все так ошарашенно будут от вас сторониться, а вы идете, так сказать, с удовольствием кушаете булку. Вот, а они думают, еще бы не хватало. То есть, значит, то умерла старушка, сейчас еще студентка умрет. И нас разгонят, все эти ритейлеры разобьют к чертовой матери. Сейчас очень самый момент, вот имейте в виду. Сейчас момент. Потом второго такого уже не будет случая. То есть, очень простое понятие. Превращение в процесс жизнедеятельности. Если это становится моментом вашей жизнедеятельности, то это вы присвоили. Еще никакой собственности нет. А вот если мы признаем, что это вы делаете, так сказать, с одобрения общества, да? Хотя бы с молчаливого одобрения. То есть общественно закрепите вот это присвоение, то присвоение, которое общественным образом закреплено, это уже собственность. А присвоить я могу без всякой собственности. Что у вас там есть ценное? Мне не важно, что оно в вашей собственности. Дайте его мне. И мне будет хорошо. А вам будет плохо. А может, вам тоже будет хорошо, потому что вы узнаете, что такое присвоение. Ну, глубже поймете. Да. То есть, если я захожу в магазин техники, попрошу показать, как работает какое-нибудь устройство. Да. Оно работает. То есть, по сути, это уже стало элементом. Да, да, да. Я присвоил товар магазина. Да. Вот если это протянется больше, и так вы дальше и щелкаете, и щелкаете, и щелкаете, потом забрали, там и ушли. Так и продолжаете. Это оно и ваше есть, и что? Вот вы стал элемент, это процесс вашей жизнедеятельности. Главное, подождите, когда они отвернутся. Они долго надоест, это вот сейчас, говорит, сейчас я туда схожу. И все. И дальше вы можете уходить. Но они теперь придумали, там же придумали, оно запищит. Но там вам надо, чтобы, когда запищит, надо бежать быстрее. Потому что там начинают уже ловить. А там должен товарищ уже с автомобилем сидеть. И дальше уже все. Дальше уже никто не поймает. Собаки теперь не ловят. Они след возьмут от вашего автомобиля. А дальше вы скажете, да, вот это мое, всегда и было мое. И общество постепенно признает, так и бывает. И удается бандитам сначала, или там ворам сначала вот так захватить, а потом легализовать, то есть узаконить, то есть чтобы общество это признало. Для этого они, скажем, ворованную кастрюлю сразу продают. Вот я вор, я вот вам продал. А вы знаете, что я вам продал ворованную, вы продаете ей. А она продаст ему.
Вот он сидит и не знает, что у него ворованная кастрюля. И вот когда начинают потом по цепочке, меня накажут в случае чего. Вас, если вы тоже знали, может уже меньше накажут, потому что скажут, а я-то что? Мне продали, сейчас у нас рынок, я человек серьезный, я купила. А уже дальше все, а уж он-то его и трогать нельзя. Вот, короче говоря, кастрюлю уже не отобрать у него будет, ни за что. Общественное опосредование произошло. Опосредствование. Так. Так вот, труд есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. Все, что делается, вот это присвоение, в рамках определенной формы общества делается. И посредством нее. То есть, если это не делается вот, с помощью общественной формы, это только труд. То есть, если производство мы берем и отвлекаемся от общественной формы, это труд. А если труд мы берем вместе с общественной формой, это производство. А форм производства всего мы знаем 5. Какая собственность была изначально? Самый первый вид собственности. А? Общая или частная? Общая собственность. А общая как будет на иностранном русском языке? На французски-русском. Коммуна. Да? Коммунист, так? Коммунист что означает по-французски? Общий, общий. Ну, сейчас коммунальные платежи. Ну, вообще у нас коммунальная квартира, коммунальные услуги. Что имеется в виду? Связаны с каким-то общей жизнью в одном доме или в одном районе. Или с общей судьбой тех, кто живет в этих домах. Коммунист означает общий, поэтому, когда мы берем производство, которое основано на общественной собственности, это какое производство? Какая форма общества? Коммунистическая. Поэтому, как определить самую первую форму общественную? Ее можно определить так, что это первобытный коммунизм или первобытно-общинный коммунизм. Вам нравится жить при первобытно-общинном коммунизме? Не особенно, да? Потому что первобытно-общинный коммунизм – это самая неразвитая форма общественного производства. Вот, раз самое не развито, то женщинам доверили править в этом, мужики. Так они всегда сами все забирают, все бразды правления. А тут они говорят, это пожалуйста. Мы пошли на охоту, мы пошли на рыбалку. И сейчас они любят ходить на рыбалку, и зимой даже любят. На рыбалке его никто не ругает, там все хорошо. И вот они приносят, а их спрашивают, а что так мало принесли? И у нас вот такая, знаете, на всех надо разделить. А кто будет делить? Женщины и будут делить. Потому что женщины это правильно разделят. Они не дадут съесть больше, чтобы никому не осталось, детям. Так что был матриархат в это время, при такой форме производства. А производство сводилось больше к собирательству. Но можно было выкопать большую яму и укрыть ее ветками, и туда мог свалиться слон. И тогда это было производство хорошее. А если еще уже огонь был, то жареной слонятиной можно было накормить и, так сказать, и всех, и детей в том числе. Красота. Первобытно общинный коммунизм. Сколько прожили при коммунизме люди? Сколько тысяч лет? Товарищи историки. При первобытно общинном коммунизме сколько прожили? А? Не слышу. Ну, примерно хоть так. А? 2 миллиона. Ну, там вы хватанули тут. Там какая-то племенная была отдельная собственность, они там очень что-то не сложились в какие-то крупные какие-то единицы. Чтобы можно говорить об общественном производстве, надо, чтобы такое было достаточно крупное образование. Поэтому я, так вот, лет так 90 тысяч примерно. 90 тысяч лет жили при коммунизме. Потом как получилась частная собственность? Вот. Пока это надо понимать и материалистически объяснять, как появилась частная собственность. Вот мы воевали, И давайте так, я вас поймал или вы меня поймали? Кто кого победил, вы меня или я вас?
Ну что, не знать-то вы моложе, и, конечно, вы меня победили. Хорошо. Вы меня победили. Но если... Нет, вот теперь подумайте сами. Если вы меня победили, а средства производства не развиты, если вы оставите меня жить, то вам надо меня кормить. А если вы меня заставите работать, то мне, я наработаю только для того, чтобы самому мне прожить. А вы от этого ничего не получите. Какой смысл вам меня заставлять работать? Никакого смысла нет. Согласны? То есть пока производительные силы такие, что один человек может покормить только одного, никакой частный никакого рабовладения возникнуть не может. И наоборот. Вот вы меня победили. А уже производительные силы такие, что я могу двух человек прокормить. И вот я говорю, ну какой, вот мы сейчас сидим с вами разговариваем, вы же уважаете противника? Я, конечно, повергнутый противник. Но я с вами говорю, ну какой смысл вам меня убивать? Вот я буду работать, вы будете жить, к сыру в масле кататься. Я живой, мне тоже хорошо. Ну какой смысл вам у меня жить? По-моему, смысла никакого нет. Вы подумали, ладно, будете у меня кем? Рабом. Вы меня убить можете? Можете. В любой момент? Право это позволяет? Нормы нравственные позволяют? Ну я же повергнутый враг. Вообще-то надо было сразу убить, но раз он кормит, поет хозяина, что тут плохого? Ничего, даже и хорошо. И, следовательно, появилась возможность рабства. Появилась с развитием производительных сил. То есть мы появление рабства объясняем не жестокостью. Жестокость проявлялась скорее в том, что убивали. А какой смысл убивать, когда уже можно заставить работать? И причем, ну, так сказать, тут вполне понятное объяснение. А если вы меня убьете, вот у него вот 20 рабов, а у вас был один, и того вы убили. Вы кто теперь? Вообще вы никто. Сантропа. Вы, конечно, свободный. Свободный. Но вы ничтожество, потому что все богатство рабовладельческого общества — это количество рабов. Вот если у него 300 рабов, посмотрите, как он. У него и баночка уже появилась внизу. Видно, что у него и баночки, ему рабы, и рабыни там еще там ждут его. То есть красота. А у вас что? Ничего, голодьба. Свободный. Ну, конечно, голосовать вы можете. Но как сейчас, вот от вашего голоса мало чего зависит. И тогда тоже мало что зависит. Как вы понимаете? Вот люди голосуют. Они подготовят выборы так, что выберут, кого надо. А что выбирать людей, которые не могут даже 2-3 рабов завести? Это бессмысленно вас выбирать. Вы даже это не можете сделать. Вот есть люди солидные, мудрые. Их надо избрать. Ну, а дальше вот эти... Вот вторая форма производства, рабовладельческая. Хорошая. Хорошая форма, уже лучше стало, да? Жить стало веселее, потому что уже не убивают просто так. А только в порядке, так сказать, зрелищ. Когда одни рабы с другими начинают сражаться на потеху рабовладельцам, да? Как это называется? А? Бои гладиаторов, да? А вот рабовладельцы, они или так покажут, или вот так покажут. Если вот так покажут, надо уже заколоть. Да? Красиво же? Это уже передача, это образы уже, это искусство, можно сказать. Раз и закололи. Но были там люди, которые начали восстание поднимать, в результате которых у нас есть команда «Спартак». То есть дело не пропало. Были люди, но их все равно с них победили. Их победили, и рабовладение существовало очень долго. И дело не в том, что люди не хотели освободиться. Хотели рабы освободиться. Но не могли они освободиться, пока не наступило что? В материальном производстве. Что произошло, что заставило освобождать рабов? Скажите, пожалуйста. Они перестали быть основной производительной силой. А? Они перестали быть основной производительной силой. Громче. Как это так? Вот это номер. Ничего себе. Никогда люди основной производительной силой не перестают быть. Всегда работник, рабочий является основной производительной силой. Первая производительная сила всего человечества – это рабочий, трудящийся.
Обязательно. Какие вы знаете производительные силы? Рабочие и средства производства, правильно? Основная производительная сила – это та, которая движет. Не сами двигаются средства производства, а средствами производства трудятся, с помощью средств производства трудятся трудящиеся или рабочие. Поэтому это не так. Это не так, но что произошло в производительных силах? То есть появились такие средства производства, которые рабам лучше не давать. Вот если я ваш раб, вы меня можете заставить выполнять простую работу. Но я вас, честно, если так честно, по-честному скажу, ненавижу. Ненавижу. Поэтому, если вы дадите мне машину, я буду к ней относиться по принципу «на, подавись». Если она сложная, я так сделаю, что она быстро сломается. Ну, не удалось вам нам освободиться, ну, по крайней мере, мы будем портить все. Ну, как вы думаете, кто вот при рабском труде есть стимул, чтобы осваивать новую какую-то машину, новые средства производства? Это ради вас, что ли? Ради этого угнетателя? Да ни за что. Да, ну что вы меня принудите? Вы сейчас принудите кого-нибудь работать на этих трехэтажных погрузчиках с вычислительными машинами там? Принудите, ничего у вас не получится. Принудить вы будете. Посадите в кабину этих самых охранников с винтовками, а вам будут показывать, что все хорошо, и будут ехать 3 км в час, а так они, как вы уйдете, будет 33 уже километра. Или как нормировщик пришел, говорит, надо замерить норму труда, поставил пруток, и вот, значит, этот токарь работает, а тот все считает, хронометрирует. Потом ушел нормировщик, тот взял вот так вот, вот столько прутков сразу вставил и отрезал. Вот столько много. И норма совсем у него другая. Так что как вы собираетесь? Вы собираетесь, что соглядатые из кого? Сами будете соглядатыми, рабов тоже назначите. Вот и сделали, и на это рабов назначите, и на то. Уже даже драматурги были рабы. Эзоп рабом был? Но. Потом вообще рабовладельцы перестали вообще. Вы же понимаете, что вы тут, это вы хорошо еще, что у вас рабов нет. А тут разложился вообще, потому что он ничего уже не делает. Он уже и думать не хочет, пусть думают рабы. Помните, как были эти вот руководители в позднесоветское время? Дорогая Индира Ганди. Ему говорят, так это не Ганди, Леонид Ильич, это Тэтчер. Дорогая Индира Ганди. Леонид Ильич, это не Ганди, это Тэтчер. Дорогая Индира Ганди. Это не Ганди, это Тэтчер. Да я вижу, что Тэтчер. А написано Ганди. Ну так и было же. Это ужас. Если вы думаете, что это вот у Брежнева было, я вот у себя на факультете наблюдаю. Молодые вот защищаются, берут бумажку и читают. Я говорю, что вы это не знаете? Это вот, это вы с этим вот пришли, вот 4 года учились, и вы читаете. А что, мы должны проверить, умеете ли вы читать? Хорошо. Или вы можете излагать прочитанное? Вот это мы должны проверять. Вы в каком классе писали изложение? В 6-м? А? Впервые? Мы должны проверять, можете ли вы изложить какую-нибудь концепцию, которую вы прочитали. Должны мы проверять, как вы излагаете? Нет. Я не собираюсь проверять. Да если вы мне предложите проверять, как вы излагаете, я даже и откажусь просто. Вот если вы там что-то свое написали, как вы оцениваете это произведение и какие мысли у вас рождаются, ну это мы будем обсуждать. А это нам не надо. То есть появилась такая техника, а техника все время совершенствуется. Все время совершенствуется. Средства производства постоянно. Это вот историки знают лучше всех. Даже вот мне даже стыдно это говорить историкам, потому что это вообще вы скажете, что вы нам вообще рассказываете? Вы кто такой? Такое нам рассказывает, потому что это мы и сами без вас отлично знаем, лучше, чем вы. И это правильно. Поэтому это просто мы должны принять как предпосылку. Я только напоминаю, так, не подумайте, что я вам это вот объясняю. Это вы все знаете, что средства производства постоянно совершенствуете, и вы можете нас водить, потом показывать, такие были орудия, потом вот такие, потом начинаются уже орудия, которые стены пробивают, разрушают, да, крепостные. Потом водопровод появился уже в Риме, еще при Родическом обществе. Но для того, чтобы развивалось дальше производство –
надо было ослабить эти самые путы. Так? И они ослабли. И можно, конечно, рассказывать, как, значит, набежали всякие дикие племена и разрушили Рим. Можно. Ну, если разрушили Рим, а что потом создали? А создали уже не такое производство. А создали уже не рабовладельческое, а феодальное. То есть вроде те же самые рабы, но убить-то вы меня теперь не можете, молодой человек. Только бить плетьми. А убить нельзя. Причем это было совсем недавно. Вот то, о чем Некрасов писал. Вчерашний день, часов в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину крутом, крестьянку молодую. Видишь, какие благородные. Сами не били. Такая была услуга. За соответствующую сумму, значит, проведут воспитательную работу с этой крестьянкой и вернут ее обратно помещику. Можно заказать. Но по телефону нельзя было, не было телефона. И по компьютеру нельзя было. По интернету заказать. Надо было вот как-то по-другому. Снарочно отводить. Ну, чтобы перчатки снимал барин, так сказать, и сам бы занимался. Это почти такого не было. Хотя и в армии было тоже рукоприкладство. Ну, крепостной крестьянин уже знает, что он на барщине поработает, а потом он свободный. Ему никто не указывает, что сажать, как обрабатывать, как вообще руководить семьей. Правильно? Никто ему ничего это не указывает. Он сам все это делает. Это совсем другое. Это свободный крестьянин. Это сейчас, вот если на завод придете вы, там у вас будут и начальник участка, и бригадир, и начальник смены, и директор. И начальник цеха, и директор завода. Все будут вами командовать, а вы ничего, никем не можете командовать, кроме станка. Ну, а крестьянин, он вот только вот 3 дня или 4 на барщине им покомандует, и все. А дальше он полностью самостоятельный. Красота. Отличный строй. По сравнению с рабовладением, замечательный строй. Ну, немножко повоспитывает там розгами, и все. А если что, будет, допустим, плохой год, вот сейчас, если будет плохой год, у вас не будет денег, ну и умрете. Потому что сейчас вы свободны от крепостнической зависимости. А если бы вы были мой крепостной, я что, дурак, чтобы вы у меня умерли? Мне нужно, чтобы у меня много было крепостных. Ведь даже что такое богатый помещик? У кого 100 крепостных, 200 крепостных? Даже у меня нету столько, так я припишу себе мертвых душей, мертвые души, чтобы считалось, что я богатый. Это же богатство. Феодальное общество – это опять люди, но какие? Работники. Крепостные. А вы умрете. А что я буду тогда делать? Тогда я умру. Поэтому я вам хлебушка дам в голодное время, которое я вас раньше забрал. В долг, конечно, не беспокойтесь. Я это засчитаю, сколько дал. И с процентами. Но я вам умереть не дам. Ничего себе, задумали умереть. Номер не пройдет такой у нас. То есть очень хороший строй. И крестьяне заботятся о барине, и барин заботится о крестьянах, не дает ему умереть. Почти коммунизм. Но вы же сами понимаете, что на барщине ожидать от вас высокой производительности, если вы, это подневольный труд, тоже не следует. Поэтому тоже есть границы применения новой техники, границы применения передовых машин. Поэтому если мы хотим, чтобы прогресс действительно пошел семимильными шагами, надо освободить вас от всего. Чтобы у вас не было никаких крепостных пут, и желательно, чтобы и земли у вас не было. Желательно, чтобы у вас ничего не было, тогда ко мне придете и скажете: «Михаил Васильевич, нет ли у вас работы?» Я скажу: «Да, вам хорошо, вы свободны. Хотите, ко мне придете, хотите к Иванову, хотите к Петрову». Вот. А я вот должен мучиться со своей фабрикой. Вы знаете, как сейчас тяжело, у кого фабрика, как нам тяжело. Это охранять надо все. Это надо все это налаживать, организовывать. А вы такой ведь отработали и пошли домой, руки в брюки. У нас надо будет работать 11,5 часов. И зарплаты, ну, нету денег. Так что вы подумайте, я вам советую отказаться. И вы отказались. И походили дня 2, 3, 4. И когда уже вам захотелось сильно кушать, пришли мне и говорят: «Ладно, Михаил Васильевич, не нравитесь вы мне,
Я говорю, конечно, тут насильно мил не будешь. Ну так что это надумали? Да надумала я вот пойти к вам работать. Ну давайте, ну я вас предупредил же, что много того не получите. Да, предупредил, а что делать? То есть вы же совершенно свободны? Совершенно свободны. Вот вы свободный человек. Нам такие свободные люди. Буржуазия была за свободу. Никто больше за свободу, как буржуазия, не боролся. Никогда. Самые свободные вот были люди тогда, когда освободились от крепостной зависимости. Особенно рабочие. Они от всего освободились. От всего. И самые несвободные были в этом обществе. Кто сейчас? Те, у кого есть средства производства. Вот Прохоров не свободный человек. Абсолютно не свободный. И он думает, что вот 11,5 часов, это, конечно, маханули тогда при царе. Это слишком мало. Он предложил 60 часов в неделю. Слышали, да? А 60 часов в неделю – это 12 часов, между прочим, в день, а не 11,5. Говорит, это для повышения производительности труда. Наверное, плохо учился, но у меня бы он не прошел. Если бы рассказывал, что такое производительность труда. Производительность труда – это ведь сколько сделаешь в единицу времени, а если вы будете 12 часов работать, так вы же устанете, вы же меньше будете делать. Чем больше рабочий день, тем больше устает человек, тем меньше он делает. И тем больше затраты этого человека. Поэтому вот посчитать, если человек 8-часовой рабочий день имеет, то с учетом этих всех передвижений и того, что вам надо спать, отдохнуть и, так сказать, выполнить необходимые там операции, чтобы вы могли продолжить завтра эту же самую работу, вам никого не остается времени свободного, почти нисколько. Это сейчас у нас с вами свободное время. Это у меня свободное время, потому что у меня труд свободный от материально-производительного труда. И у вас свободное время, потому что вы тоже свободны от материально-производительного труда. Мы сейчас в сфере свободного времени с вами. Поэтому, когда будете ругать капитализм, не сильно переламывайте. Вот все-таки уже при капитализме живем, и вы свободны, и я свободен. И мы с вами свободны, развиваем сами себя. Красота. И все еще недовольны есть. А более свободного нет общества. А то будете вот обременены обязанностью. Вот наступит общественная собственность, и будет отвечать за хищение общественной собственности. Страшное дело. Ну и, наконец, вы, наверное, видите, что сама свободная конкуренция к чему приводит. Если мы с вами конкурируем, то или вы выиграете, или я выиграю. Вот тут уже, если вы сильнее, это не факт, что вы выиграете. Возможно, и я выиграю. И тогда не будет вас. Прогорит ваша фирмочка-то. Мелкий у вас бизнес оказался. И как бы вас не поддерживал там даже Дмитрий Анатольевич, мелкий бизнес с крупным бизнесом не совладает. Потому что наш ритейлер заказал корабль и из Аргентины груши привез корабль. А вы на своих «Жигулях» привезли такие яблоки, которые уже 4 месяца назад были сняты. Кто их будет у вас покупать? Все пойдут ко мне. А я цену снижу. По сравнению с вашей, конечно. Так, а когда вас не будет, подниму. Естественно, потому что монополия. Не для того я вам снижал цену, чтобы вы существовали, а для того, чтобы самому обогатиться. Конкуренция ведет к монополии, а единая монополия, обращенная на пользу всего народа, что это будет означать? Вот Ленин так определял, единая монополия, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу народа, означала бы социализм. И ничего-то, то есть он, так сказать, как-то вытекает из развития предшествующего, никак иначе. Вот и всего. Ну а социализм такой формы на самом деле и нету общества. Это просто низшая фаза коммунистического общества. Ну какого коммунистического? Уже ж было оно 90 тысяч лет. А это уже после того, как исчезли все частнособственнические формации. Вот это уже отрицание капитализма. А раз отрицание, значит следы капитализма остаются. Долго остаются первое время. И вот коммунизм со следами капитализма, как называется? Социализм. Когда в Советском Союзе был построен коммунизм? В каком году? Ну, коммунизм мы как с вами рассматриваем? Коммунизм что означает?
Общественная собственность. Когда общественная собственность стала решающей? В каком году? Когда общественная собственность стала основой производства? В России, в СССР. А? Ну да, когда национализацию привели. Я сейчас на лекции перезвоню. Ну, когда национализацию провели, я скажу вам, что было. Национализацию провели в январе 2018 года. И вот если сейчас объявлю, что вся вот ваша собственность национализирована, и что дальше? Ну, как собирались пойти, куда вы пойдете, туда и пойдете. А что я сделаю? Ничего. Это пустое дело, объявлять национализацию. Прежде чем объявить национализацию, был несколько месяцев рабочий контроль, чтобы научились люди, которые будут это делать, которые бы направили это в общественных интересах. А возможно это сразу направить, чтобы в январе 2018 года получилось направить в общих интересах деятельность предприятия. Да ничего не получилось. Немножко получилось, то есть вот то немножко, что получилось, составило коммунистический уклад. А все остальное, как называлось? Национализированные предприятия действуют как и раньше. Как назывались? Госкапитализм. Госкапитализм, собственность государственная, государство рабочего класса, а они здесь, ну, как сейчас у нас ОРЖД. Вот ни за что Якунин не хочет рассказывать, какая у него зарплата. А у него, он на государственной службе, между прочим. Ну, нет, можно сказать, что он даже не на службе. Он там же теперь не министерство, а ООО, РЖД. Поэтому это как бы предприятие, акционерное общество, а акционеры могут устанавливать, какую хотят, зарплату своим руководителям. И никто не хочет устанавливать зарплату, как вот студентам стипендию. Вот таких людей мы не видели. Не хотят. То есть долгий период произошел, переходный период. Знаете, что сколько было долго времени? Переходный период был. Это период, когда существовали 5 укладов в России. Во-первых, уклад патриархальный. Ну, человек обрабатывает землю и выращивает то, что нужно для еды и для пищи, и этим живет. Патриархальный уклад был? Был. Мелкотоварный был? На продажу я провожу. Вот варежки делаю, вам продаю, вы покупаете. Мелкотоварный уклад. Крестьяне, основная масса, производили продукцию на рынок. Дальше. Частнохозяйственный капитализм. Ну, настоящие капиталисты, у которых есть наемные работники. Наемных работников в Советской России разрешалось иметь? Да. Переходный период? Да. По закону. Сколько? Я мог сколько нанять работников, если я бы тогда жил? 3. Ну, хорошо. 2 будет меня охранять, 1 чемодан носить. Уже хорошо. Дальше. Госкапитализм – это те предприятия, которые считаются государственными, называются государственными, прибыль должны отдавать государству, но работают по законам рынка, по законам капитализма. И, наконец, коммунистический уклад, 5. Вначале он был очень маленьким, а к концу, когда он стал решающим, основным и практически единственным? Когда? В каком году? Это наша страна? У нас Россия преемница СССР или не преемница? Сейчас уже все как-то осознали. Все уже даже начали праздновать победы советской армии. Сегодня я еду в трамвае, подъезжаю к площади Мужества. Вдруг там говорят, подъезжаем к площади Мужества. 2 февраля этого года доблестные наши войска окружили группировку в Сталинграде и разбили ее полностью. В трамвае уже это говорят. Наши доблестные советские войска. Трамваи, говорят. Пропаганда. Или патриотическое воспитание. Так, ну когда? Вы не знаете? Вас тогда не было, да? Так историки только изучают то время, когда вас не было. Это нормально для историков-то. А что, вы будете изучать только когда вы были? Что тут изучать-то? Середина 30-х годов. После коллективизации. Коллективизация закончилась? Значит, тогда в городах была государственная собственность, а это государственная форма общественной собственности одной. А это кооперативно-колхозная форма собственности одной. Получилась одна собственность общественная в 2 формах. То есть 2 формы подчинения производства общим интересам.
Это называется, значит, что основой общества стала общественная собственность на средства производства. То есть форма общества стала вот такой. Форма производства общественная. Поэтому коммунизм когда был построен? В середине 30-х годов. И вот Никита Сергеевич, который никогда таких лекций не слушал и сам ничего не читал такого, он выступает, и те, кто его слушали, видимо, тоже не очень-то соображали в этом деле. Он говорит, через 10 лет у нас будет первая фаза коммунизма. Это он говорил в 1961 году. А еще через 10 лет высшая фаза коммунизма. И бурные аплодисменты. И вот эту ерунду, за эту ерунду голосовали единогласно делегаты 22-го съезда. Я не знаю, такое явление просто поразительное. Ну что же, нет никого, кто в этом хоть разбирался, в таких понятиях. Поэтому все, что мы можем, вот мы, преподаватели, не пропустить таких людей, которые ничего вообще не понимают, чтобы они не пролезли на высокие государственные посты. Вы же знаете, кого мы готовим здесь, в университете? Весь свет нашего руководства государственного. Поэтому никакой пощады будет, на экзамене не будет тем, кто не знает понятий. Вы понимаете, почему? Потому что государственная задача. Вы что? А то вы станете вот там заместителем премьера. Например, вот Дворкович, он заявил, что не надо платить стипендии. Поразительно. Человек сам получил все бесплатно. Вот я всю жизнь учился, 19 лет учился бесплатно. 19 лет, 11 лет в школе, 3 года в аспирантуре. Так? И 5 лет в УЗИ. 5 и 3, 8 и 1. 19 лет меня кормили. А потом я пришел, я работать начал, получив кандидатскую степень, только тогда трудовую книжку получил. В 1971 году. Поэтому у меня стаж меньше, чем у жены. А работала она больше. И вот тут я говорю, о, ну зачем стипендия? Я же уже выучился. Теперь-то стипендия не нужна. Тем более у нас стипендия-то была не 1450, а я получал 35, потом 45, потом Чебышевская была, осадной четверкой, 60, а Ленинская, если человек на одни пятерки, 100, а у директора Кировского завода 120 была зарплата. Вот это была жизнь. И Хрущев не заметил, что был коммунизм. Или как отвечает армянское радио на вопрос, а когда будем жить при коммунизме? Оно отвечает очень сердито. При коммунизме уже жили. Дескать, поживите теперь обратно снова при капитализме, товарищи дорогие. Ну вот, собственно, и все формы производства. Понятно, что коммунизма в развитой форме не было. Ни в первобытной общине это не развитый. И социализм – это неразвитая форма. А как спрятать то обстоятельство, что он неразвитый, коммунизм? А назвать социализм развитым. Не слышали такое понятие – развитой социализм? Вот у меня была такая история. Я подготовил свою диссертацию, в которой не было слова «развитой», а было «развитие социализма». И вот оппонент официальный заболел у меня, товарищ Александров, за сектором теории революции Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Диссертация у меня посвящена была противоречиям развития социализма. И вот пришлось сменить оппонента. Товарищ Белых был, да, в кафедре научного коммунизма. Он уже разработал к этому времени 11 критериев развитого социализма. И вот ему дали за 2 дня до защиты моей диссертации, он прочитал. Ну, говорит, я вам даю положительный отзыв, но у вас там вообще нет никакого развитого социализма. Я говорю, ну а как, Калистратович, ну какой развитой социализм? Вот понятие социализм. Не развитый, не полный, не зрелый коммунизм с родимыми пятнами капитализма. Это социализм. Но если он созреет, что будет? Ну будет полный коммунизм. Зрелый социализм – это полный коммунизм. А неполный коммунизм – это социализм. Ну тут куда деться? Не может быть социализм полным, если он не превращается в полный коммунизм. Ну, говорит, смотри, я даю положительный отзыв. То есть вот умопомрачение. Вот тот, кто не знает диалектики, может завести народ черти куда.
Что это такое? То есть ведь у нас идеологов было очень много, и вроде умных людей, и вот они такую ерунду, как развитой социализм, говорили. Поэтому этот период, в который некоторые даже и не жили здесь сидящих, период с 1961 года, вот кто ранее 61 года родился, поднимите руки. Один, два, два. А все остальные жили в период, в переходный период от социализма к капитализму. У нас был переходный период от капитализма к социализму, а это переходный период от социализма. Поэтому говорят, вот как так получилось. Но это что-то очень долго разрушали. Сколько? 30 лет прошло. С 61 до 91. Какой крепкий строй, что нужно 30 лет его ломать. И вот только сейчас еще доламывают, но так вот некоторые вещи оставили. Их невозможно доломать, как космос, например. До сих пор еще стоят ракеты, какие сделаны в советское время еще. Вот собирается их сменить. Собирается. Но пока еще стоят эти самые сатана, которых больше всего боятся в Америке. Поэтому с нами всякие санкции делают, но остерегаются. Потому что даже по количеству ракет на сегодняшний день у нас больше, чем их, чем в США. По количеству ракет и боеголовок. Так что больше, так сказать, этих вот речей, там, разговоров. И всяких санкций, которые направлены на то, чтобы мы самостоятельно разрабатывали свои собственные ресурсы и думали своей головой, а не закупали только всякие игрушки за границей. В этом есть что-то хорошее. Потому что я все время агитировал, что надо иметь самостоятельную промышленность, машиностроение, танкостроение и так далее. Нет, говорит, мы продадим нефть, купим там. А в голове у нас пустота. Ну вот, спасибо нашим коллегам из Соединенных Штатов Америки. Они нам помогают налаживать производство снова, самостоятельное. И это хорошо. А у нас все есть в этом смысле, что есть. Только надо вложить средства и силы и сделать это. Потому что это огромная страна, Россия. Она все имеет. Ну вот, собственно, если поставить вопрос об общественной форме производства, а единство производительных сил и производственных отношений, которые меняются. Производительные силы все время меняются. Работники, средства производства. А вот производственные отношения скачками. И всего произошло 4 скачка. Или, можно сказать, 3. Или даже 2. Был первобытный коммунизм, его отрицание, частнособственнические способы производства. И второе отрицание, возвращение к коммунизму с удержанием всего богатства, достигнутого за предшествующий период. Всего, можно сказать, 2 скачка. Или вот если брать 5 формаций, вот так их разделить, то 4 скачка всего произошло. Поэтому все это удержать в голове, в общем, возможно, несложно. И тогда видно, что при всякой форме производства было сколько угодно разных государств, разных, так сказать, там, традиций, обычаев и национального состава. Но если вы сейчас возьмете, какой способ производства сейчас у нынешних африканских государств, во всех капиталистических, во всех странах, там ничего нет другого. А в мире есть где-нибудь феодализм? Нигде нету. Нету. Если там и есть монарх, как в Англии, ну это такой вот очень хороший музей. Деньги на него выделяются, чтобы считалось, что король самый главный. Но все же понимают, что Дэвид Камерон, конечно, более главный, чем король. Всем же понятно. Точно так же, как, например, президент в Германии. Вы знаете, что там есть президент? Но мы знаем Меркель, а этого мы не знаем. Ну, иногда вот говорят о нем. Но это так. На этом разрешите закончить эту лекцию и призвать вас готовиться к следующему. Спасибо.